Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые зрители. Будем начинать нашу встречу. У нас два отделения, или три, мы посмотрим. Ну, три, давай, да, конечно, молодец, три. Но вообще интересно, с этим кризисом, знаете, я ничего понять не могу. Во-первых, кому он нужен, откуда он взялся? Если что-то случается, это обязательно кого-то разводит. Кризис человека стрессует, он в стрессе находится. Это политика всех государств, чтобы ты находился в стрессе, в страхе, и тогда ты рабом становишься. А что делает смех? Вот это очень интересно. Ученые выяснили, я не знаю, как они это сделали, но мне это особенно приятно было узнать, что человек, когда смеется, вот, скажем, 3 минуты смеется человек, продлевает жизнь на 5 минут. Я не знаю, как они выясняли, они на людях или на мышах проводили, я не знаю. Мыши должны бы были бы подохнуть бы, а им шутку рассказали, вот. И на 5 минут дольше мышь живет. Или... Но подобные опыты мы уже знаем, проводились и раньше. Например, известно, что стакан водки сокращает жизнь там, на 10 минут или выкуренная сигарета на 15 минут. Из чего я делаю вывод? Вот выпил стакан водки. Правильно. Именно так и надо делать. Вот отхохочи. Покурил отхихикай. Ну, в хорошем смысле. Я... Задние ряды в теме, это передние нет. Но интересно и другое. Действительно, во время кризиса количество анекдотов... Вообще, самое большое количество анекдотов, я это говорил не раз по телевидению, в России. Кстати, новости, вот тоже интересно. Новости, оказывается, сокращают жизнь. Полчаса новостей на час сокращают жизнь. Кто смотрит Малахова передачу, сокращается жизнь на 1.5 часа. Собчак, кто смотрит, вообще лучше не жить. Это уже не отхохочешь никогда в жизни. Я даже думаю, вот новости специально такую жесть показывают, чтобы человека держать в страхе. И поэтому показывают на ночь. Вот не дай бог ты нормально день провел. Вот. Ты тогда свободомыслящим стал? Нет, ты новости посмотри. Вот. Чтобы те кошмары тебя мучили. С этим стрессом действительно раньше пугали детей, например, Кощеем Бессмертным. Сейчас другие страшилки. Сейчас страшилки посерьезнее. Компьютерный вирус страшилка. Или кризис тоже, такой монстр уже. Вообще интересно, как нас пугают кризисом. Я не знаю, вы что-нибудь понимаете в этом или нет. А я с большим удивлением смотрю, когда и непониманием, когда диктор... с идеально круглыми от ужаса глазами. Вдруг нам говорит, кризис, индекс РТС упал. И чего? Ты скажи, что делать? А потом говорит, а ВКК ниже ШПД. И что? ЙОКЛМН в ЙОПРСТ превратился. Бедное старшее поколение. Я не знаю, молодежь понимает в этих ЕПРСТ хоть что-то. Позавчера собственными ушами слышал, как кто-то сказал, что наконец-то снова вступили в силу бумаги РЭПО. А брюкво? У меня есть такая интеллигентная семья в знакомых. Она медсестра, он учитель, и у них мальчик 10 лет пришел из школы, напуганный этим кризисом, говорит, пап, нас пугают кризисом в школе, скажи, вот нашей семье есть чего бояться? А ты говоришь, мальчик, нам? Нет. Это олигархи пускай боятся, банкиры, а нам вообще волноваться не надо, нам кирдык, сынок. Мы должны отхохотать главное, кризис отхохотать надо нам. Поэтому я так и начну выступление с такого эссе. Но только я боюсь, что я вам испорчу настроение, потому что это такое, это фантазии на тему кризиса, первый год кризиса. То есть, как бы я намекаю, мол, это еще не концовка вообще, поэтому так зал притаился, мол, что ж дальше-то будет. Нет, это юмор, это шутка.
Первый год кризиса. Кризис, уверенный поступью, шагает по планете. Запад в ужасе, радуются только русские. Так им и надо. Западные люди удивлены, чему русские радуются. Не знают, что нашему человеку, даже если ему плохо, все равно хорошо, если плохо другому. А мы все такие, поэтому реагируем. И я такой же. Да, мы такие, у нас даже кризис и то протекает не так, как положено. Во всех странах Европы пустые театры и рестораны. В России места в ресторанах, в кафе, особенно в дорогих, надо заказывать в связи с кризисом за месяц. Нет мест. Все едят, как в последний раз. Появляются новые тосты. Мэри кризис. Ну давайте, мужики, за тех, кто взял кредит в долларах. Только наши могут ухахатываться над этим. Только наши радуются. И главное, чему радуются? А прежде всего, на все теперь есть ответ. Че потолстел? Кризис. У ребенка спрашивают, че зубы не чистишь? Кризис. Че насморк? Кризис. Дай в долг. Не могу. Ты че, кризис? Пойдем пропьем тогда. Пошли. На все есть отговорка. Кто-то теперь нашел причину развестись. Кто-то со спокойной совестью решил соскочить со свадьбы. Басков отказался жениться на Монсеррат Кабалье. Да, кризис. Он ее не прокормит. Но ее нелегко прокормить вообще-то. Максим Галкин, наоборот, официально как можно скорее решил расписаться с Пугачевой. У нее приличная пенсия. И надежная. Идеальная семья. Она споет, он спародирует, сами посмеются. В общем, спасибо кризису. То, что раньше не позволяло сделать совесть, нынче разрешил кризис. Увольнять, зарплаты срезать. «Газпром» объявил, что в связи с нехваткой финансов не будет больше с сотрудниками никуда выезжать на Новый год. Как тусовались на Мальдивах, так там и останутся. Таиланд, Индия, Египет, все будут молиться на единственных оставшихся в мире русских туристов. Русские будут продолжать ездить на все курорты, а потому что им не страшны ни кризис, ни террористы, ни катаклизмы. Только русские могут фотографироваться на фоне стрельбы, цунами, извержений вулканов. Давай, давай, быстрей, фоткай меня, вон лава уже к ногам подползает. Давай, быстрей, быстрей, а то он замочит. Давай быстрее, цунами уже близко. Кризис затронет все страны. Белоруссия с целью поддержать свою экономику введет российский рубль, а если будет нуждаться в крупных инвестициях, то 2 рубля. На Украине в связи с кризисом появятся новые партии. На выборах партия «Наша Украина» будет теперь бороться с партией не «Ваша», а «Наша Украина». Они вдвоем будут бороться против партии «Идите в баню, Украина наша». Огорчит, правда, министр финансов Украины. У него через дырочку в кармане вывалится стабилизационный фонд страны. Это с Украины народ. Они просто знают размеры своего фонда. А россиянам особую радость доставит министр финансов России Кудрин. Он будет замечен в метро. С портфелем перепрыгнет через турникет. Но поскольку рейтинг в России будут иметь только юмористические передачи, все передачи на всех каналах сделают юмористическими. И даже новости будут прерываться смехом за кадром. Президент уверил россиян, что с коррупцией покончено. Ха-ха-ха-ха-ха.